чуть топая, серебристый светел дальней почтальянки, голос одинокий и такой любимый, и такой далекой. Усиление пения и усиление аккомпанемента, то есть, как говорят иностранцы, караоке. Вот это мишпульт. Что такое мишпульт? Это то устройство, которое мешает разные источники звука, и в итоге получается уравновешенный звук на выходе, то есть на выходе усилителя. Усилитель, вот он. В самом низу, вот он усилитель, да, это японский усилитель. А это к нему идет, вот этот мишпульт. То есть, что здесь, как понять, как им работать, как им руководствоваться. Вот это общая громкость. Сейчас я убираю, и вот звук микрофона будет тише. Тише, 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 тише. Тише, тише. Это общая громкость справа, да? Теперь я добавляю общей громкости, и вот звук микрофона становится громче, громче, громче. Теперь красная кнопка. Это идет реверберация. Вот теперь сейчас будет звук обычный. Вот обычный звук, то есть без реверберации. Вот этим микрофоном я сейчас пользуюсь. То есть без реверберации. Стоит добавить по часовой стрелке красненькую кнопочку. Вот. Вот. Раз. Добавляется уже. Это называется эффект Халли, то есть эффект пустого зала. Здесь реверберация. И вот здесь реверберация. Вот. Теперь это эффект реверберации для голоса. Теперь переходим к основной части. То есть здесь имеется для начала вход от микрофона. Вот микрофон хороший, шуровский микрофон. Вот, известная марка мировая, Шуре называется. Вот этот шуровский микрофон, вот он благодаря шнуру соединяется и заходит, вот, допустим, в третий вот сюда, ну, канал. Вот это, дорогие музыканты, один канал, вот сколько регуляций идет, только на голос. То есть, вот сейчас я убираю басы, голос будет высокий. Вот, голос высокий. Сейчас я добавляю басы. Вот, для голоса голос становится уже, ну, с низкими, что называется, тонами. Я сейчас убираю высокие, вот высокие частоты. Я убираю, и получается буква Ч, Ш и Щ, уже они не звучат.
А вот сейчас я добавляю высокие частоты, буквы «Щ», «Ч» и другие шипящие начинают уже звучать. То есть вот эти все регуляции, вот, они принадлежат только вот этой тройке, вот этому каналу. Вот. Ну, это общая громкость, когда, допустим, нужно убрать, чтобы в зале не слышно было твоего голоса, ты убираешь вот эту самую нижнюю, то есть потом добавляешь... И получается голос мощный, сильный, ну, для обслуживания свадеб, торжеств, как раз и существует вот эта вся регуляция. Это значит по голосу. В данном случае я включил сюда голос, вот эту фишку включил, вот. Вот она, от микрофона фишка включена. А теперь я перейду к другому каналу. Вот, допустим, двойка здесь написана. Двойка, второй канал. Я в него пускаю так называемое караоке, то есть сопровождение. Вот, сопровождение пускаю, то есть без голоса. Ну и оно звучит. Его тоже можно регулировать. Бас добавлять, высокие добавлять, средние добавлять. Ну, на сопровождении всегда надо выводить на ноль вот этот красненький. То есть реверберация, она не нужна, иначе будет такое, что, не дай бог, каша в зале будет и не разбери, что звучит. Вот теперь я пущу вот на этот канал, кстати, вот вход, да? Это я включаю в данном случае сопровождение, аккомпанемент, ну или по-народному караоке включаю. И вот теперь я включу сейчас, скажем, мне нужно... 11-я песня, сейчас мы посмотрим. Вот, или 14-я, или 12-я. У меня они все... Вот сейчас я включаю. Вот регулировка. Регулировка, вот это сопровождение. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как недорого под Москвой вечером. Если б знали вы, как недорого. Останавливаю сопровождение. Кстати, сопровождение это я сам сочинил, на киборде сыграл, то есть на электропиано, добавил туда звучание гармонии, звучание баяна, всего остального. Вот на этом инструменте я делаю, допустим, это киборд, то есть электропианино. Там есть все тона, то есть есть и скрипка, есть и саксофон, все здесь можно найти, сделать полноценную, что называется, сопровождение, ну, как говорят в народе, караоке. Вот на этом инструменте я все это
сочиняю сам в той тональности, которая мне нужна. Это очень важно, иначе не вытянешь. То есть, если у тебя будет чужая тональность записана, то ты просто-напросто не вытянешь. Ну и вот таким образом, сейчас я подключил только, значит, сюда вот этот вход микрофонный, да, вот регуляция целая на него, да, вот это караоке, то есть сопровождение, вот регуляция на него, целый вот этот, что называется, целый путь, то есть высокие, низкие и так далее. Вот, ну, а это, как я уже сказал, справа, вот это общая громкость. Вот это общая громкость. Сейчас я делаю громче. Раз, два. А сейчас я делаю тише. Раз, два, три. И общая громкость уменьшается. Это общая громкость, которая идет в зал, допустим, и на зрителя, на слушателя, ну, и так далее. Так что основные понятия, как работать с этим аппаратом, я, дорогие друзья, показал. Они, конечно, бывают разных типов. Но вот данный тип работает... И, как только что я рассказал, вот таким образом. Так что до новых встреч, до новых роликов. С вами был музыкант Сергей Замбровский.